Вот так вот, вот нет! Семин! Нет, нет! Нет, упал! А там свалился, смотри! О, уже по двери! О! О! И как пробка просто в воде пошла ко дну! Всем привет, друзья! Это канал Игорюшный Груш, и сегодня мы играем в GTA 5! И ищем по просьбам подписчиков и зрителей... Mitsubishi Lancer! Да, поскольку Outlander мы так и не смогли найти, но, может быть, найдем. Но пока! Пока у нас Lancer ищем! Так, мы на большой скорости продвигаемся. А, он же, по-моему, полицейский или какой там мы ставили? А вот он! А вот, да, вот он! Подъезжай к Лансеру! Выходи! А вот как раз таки Лансер. Интересно, мы его перекрасим? Нет, полицейские машины нельзя вообще тюнинговать, поэтому у нас будет просто сегодня быстрая погоня! Да, и в реальной жизни так нельзя делать, знаешь почему? Да потому что плохо будет потом. Это будет сразу арест. А нам арест не нужен. Погнали, ребята. Ну, арест на максимум на лет 5 или 10. Намного. Садись, давай, давай. Да. Опа. Ну сейчас не об этом, потому что у нас сейчас Лансер. Погнали. Ну что будет, если мы сейчас его заведем и поедем. Кстати, у нас тут получается только Лансер? Пока Лансер, да. Пока, может, найдем. Смотри, сразу полицейские заметили нас и уже начинают погоню. Все, уходим. Да. Но это мы решили, знаешь что? Мы же, по-моему, да, сначала, да, решили? Что? Сначала что мы решили? Играть GTA. Да, решили. Поехали. О, погоня продолжается, ребята. Как вы думаете, продержится ли этот Лансер, как все другие машины, которые у нас были? Он без брони. Он без всего. Какой это город? Это Лос-Сантос? Лос-Сантос, да. Так, ребята, ну как всегда, нужно полицейских. Минус, кстати, лагает, да? Нет, не лагает, все нормально, поехали. А вот и еще один лансер. О, лоп-лоп. А парни оторвали дверь, ребята, поехали дальше. Ну, я думаю, полицейская тоже крутая, так что тут уже... Мне нравится у нее... Мне тоже, потому что она прям разукрашена, вот прям... Полис. Да, прям что таким желтым квадратиком. Нас таранят, ребята. Уходим. Нам нужно опять на мосты, чтобы сделать прыжки. Напишите, кстати, в комментариях, какую следующую тачку нам. Пишите, да, ребята. Так, только Mitsubishi, пожалуйста, пока не просите, потому что мы не нашли то, что надо. Может быть, другую. Кто-то нас еще о чем-то просил, но я уже не помню. Погнали. Разворот резкий. Или туда пойдем. Где они? Где друзья-то? Да. А вот он подъехал, я вижу. Опа, как мы с ним разминулись. Кстати, на ноутбуке можно играть в GTA. Ну да. Да. Поехали. Смотря какой ноутбук и смотря какой компьютер. А вот на телефоне GTA пока нет. Можно, но можно... Ну там слишком серьезно. Ну там, да, ну там можно сам играть, но я думаю, там... Так, ребята, здесь, так. Смотрите, у нас здесь есть разрыв, и мы попробуем сейчас туда нырнуть. Давай. Но мы попробуем туда нырнуть не одни, как всегда, с собой утащить. Да. Самая лучшая графика только в GTA. Опа! Ну, бенжедрайв тоже неплохо. Да, но все-таки GTA, мне кажется, лучше. Ну давай, поехали. Смотри, пойдет он за нами или нет? Да, ну-ка. Итак, прыжок. Пока он видит, да, пока не видит. О, кстати, мягко, вообще даже удара не было, на траву. Ха, видите, как завернуло просто. Поехали тогда налево. Так. Ха, он наверху, походу. Прямо. Да, он остался и поехал за нами, испугался. Только наш Лансер может выдержать. Когда же выйдет GTA 6 машина? Ждем GTA 6, ребята. Как только выйдет, попробуем его установить. Там график изменится. Ну, думаю, да. Так там и требования изменятся с компьютера. Изменится. Так, поехали. Тихо-тихо. Вот. А вот и полиция. Попался. Хотя вообще это уже середина видео, и еще Лансер... Откуда ты знаешь, середину видео или нет? Мы еще его не сделали, а ты уже середину видео обозначил. Я так думаю, потому что уже мы прям проехали, конечно. Ну, как обычно у нас примерно, да, так получилось. Ну, почти середина, но еще не разбился. Погнали, да. О, погоня. Продолжается. Да, я бы сказал, лансер такой нормальный. Нормальный лансерочек такой. Лансерочек. А, нападал опять нам. Класс, ты сказал? Ну ладно, погнали. Уходим на автостраду, там прыжки. Погнали. Ух ты! Обычно проверяем машину на прыжках. Да. Если она приземляется и взрывается, значит все. Опа! Опа, вот это так. Это мы специально сделали. Это мы специально, чтобы он свою морду немножко подправил. Так, поехали. Лансер, кстати, быстренько. Ну, Evolution, да. Сейчас подрежу. Ты смотри, что сделал. Полицейский прием называется вот этот, когда за заднюю часть снос оси. Так. Опа, уходим. Вот тут внедорожник черный зря. О, сколько полицейских! Сейчас еще эту, как его там, вызовут, огромный. ОМОН, да? ОМОН, да. Спецназ. А, да, спецназ и вот Ламборгини, кстати. Нет, Ламборгини же тут нет. Так, поехали. Где у нас? Вот сюда заходим, на самый верх. Может быть, там у нас... Да, здесь точно есть у нас прыжок. Вот он, трамплин. Я думаю, следующий будет Mitsubishi, там это, как его, Pajero Sport. Попробуем. Типа того. Попробуем. Так, вот, смотри. Вот трамплин у нас. Полицейский едет за полицейским. Трамплинчик. И уходим на него. Попробуем вот так вот. Вот нет. Нет. А там свалился. Смотри. Полицейский свалился и взорвался. Вот. Что творит сегодня Лансер? Ты скажи, пап, что творит Лансер? Он еще живой. Ему ничего, а тот уже сразу. Он еще живой, ребята. Ничего не отлетело. Даже целые стекла. Я поражаюсь. Как... Без брони, без тюнинга, ребята. Я поражаюсь. Ну там BMW там еще не выдержит когда-то там внедорожник. Но Лансер, это же просто жесть. Она еще целая, прям можно сказать. Да, задний бампер не в счет. Тем более, встает еще два раза встала просто. Опа-на! Ай, только не в этот, не в... Это возможно? Цистерну. Ну, теперь да. Здесь, ну, только отлетел капот. Заметь, только капот отлетел. А так... Значит, ее можно брать. Можно брать. А если бы еще тюнинг был, я думаю, она вообще там 40 минут ездила. Можно бы брать. Уходим отсюда. Полиция все еще рядом. Да. Но мы уже далеко от нее. Так, ограждение. Ограждение.
И что дальше? Так, что дальше? Едем куда? Выезжаем наверх на трассу опять. Погнали, да. Опять ограждение. Они уже здесь! Смотрим. А, вот-вот-вот! Они уже здесь, смотри. А, да, все, они уже. Ну они уже, да, увидели то, что. А этот что стоит? Замедленная съемка. Уходим наверх туда. А, ну это чей просто. Ну, просто чего мы чуть не сбили, да. Тут куда-то мы приехали, непонятно куда. Погнали. Ну да, одна из лучших игр. Ну да, поэтому мы в нее играем. Поехали, здесь что у нас? Вот здесь можно спуститься. Давай, прямо здесь. Вау, что будет? Живая, так, на колесах. Мы уже в GTA играем, получается, 2 года, 5. Да, больше уже. 3, 2. Да. 3. Тот, кто с нами давно, тот помнит, как мы начинали GTA рубиться. Там еще у нас, помню, Жигули мы начинали. Ребят, реально, вы классные. Если вы помните, то мы, когда мы первый раз начали играть в GTA. Да, да, да. Найдите наше старое видео, зацените. Там тоже было интересно. Я уже даже не помню, когда мы начинали. Погнали, погнали. У нас есть плейлист на канале, называется GTA, все серии. Вот там все вы найдете. У нас было очень много машин. Очень много. Русских, мы с русских начинали. Так, поехали, ладно. Живучий у нас лансер, ребята, живучий. Кстати, я помню, да, уже. Смотри, опять нужно ждать полицейских. Да. Они не догоняют нас. Не догоняют, да. А, я вспомнил одну русскую тачку. Давай. Ладно, Калина и Гранта. Была, и Калина и Гранта была. Давай. Все. Шлифуем. Шлифуем, надо было еще это. А уходи. Надо было сиреневую покрыть. Уходи, черный дым, уходи, где черный они? Черный. Они уже подъехали, давай, уходим наверх. Нам нужно все-таки с этого трамплина как-то спрыгнуть, попробовать. Они за нами! Все, вот давай, ждем за нами, давай, приземляйся. Нет, приземляйся. Нет, ты нас не собьешь, дружочек. Ну давай, давай, вот здесь. И Игорюша не груша, это сила. Прыжок. Я опять встала на колеса, что твое? Ну не сработало, не сработал этот замедленный кадр, видишь, надо было прямо на трамплине прыгать. Ну теперь мы... Ну 3 раза встал лансер. Ну можно сказать, что мы ушли от них, сейчас мы попробуем проехать дальше. Нет, ты прикольный лансер, просто, мне не понравилось. Живучий, да, ребята? Просто 3 раза встал. Кто заценил, ставь лайк. Да. Нам понравился лайк. Зацените видео, ребят. Он еще и полицейский, к тому же. Да. Так, ну что, вот здесь где-то у нас дамба должна быть. Пройдем, проскочим, нет? Да. Погнали. Разбитую машину стоят, сгоревшую. Тут какие-то люди живут с тележками. Да. Так. Лайсер. Ну что, куда? Прямо давай, ускорение. О-о-о. Сколько она километров сейчас, интересно? Ну здесь, я думаю, под 100. Так, через воду. Она максималки сколько? На максималке, мы должны еще 200 это... пойдет она, я думаю. Питбайк, наверное, можно снять или там... Питбайк можно снять. Ну и, ребят, если вам будет интересно снять какой-то мотоцикл и питбайк, пишите, может быть, снимем. Кстати, да, что мы не снимаем-то там? Так, мотик, по доске пройдем? Квадр? Нет. Нет. Так, а там можно проехать, интересно? Давай, воду. Спускаемся тут. О, уже по двери. О! О! И как пробка просто в воде пошла ко дну. Пошла ко дну все-таки. Смотри, еще мигают эти. Да. Огни-то моргают. А, нет, смотри. Вау-вау-вау-вау. Она такая. Сигнализация. Вау-вау-вау. Да? Да. Ну что, мы под водой, наше дыхание заканчивается. Все, воздуха нет, кислорода. Да. Ну надо, по-моему, вылезать из машины, иначе нас так это накроет, по-моему. Как ты думаешь, вылезаем? Да. Давай, будем вылезать. Ну что, ребята, если вам понравилась серия про Mitsubishi Lancer Evolution Полиция, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте заходить на мой Инстаграм. Яндекс. Дзен. Ру. Тюб. До новых выпусков. Пуска. Thank you.